Мытищи посетил депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский. Его привлек сельскохозяйственный рынок «Экобазар». Политик прошелся между рядами, интересовался ценами, спрашивал, откуда товар, изучал фрукты и овощи с помощью нитратомера. Владимир Вольфович приобрел продукты, не вызвавшие у него подозрений, предварительно поторговавшись. Как пояснили сторонники Владимира Жириновского, подобные рейды депутат проводит регулярно. Он считает, что продукты с повышенным содержанием нитратов и других вредных для человека химических элементов, бич столичных сельскохозяйственных рынков. Значит ли визит Владимира Жириновского в городской округ Мытищи, что отныне политик интересуется и качеством товара, который фермеры предлагают жителям Подмосковья, не сообщалось.